Лёшика последний раз снимаю с бородой. Лёшик решил сбрить бороду. Ну что этот мусор таскать? Нафиг он нужен летом еще. Вот так вот. Зимой, может, на следующую зиму. На следующую зиму отпустишь, а да? А так, нет, бороду. не хочу. Надоело все. Надоело. Ну, я говорила, что это долго не продлится. Мусор этот. Чем бы дитя не тешилось. Да, чуть-чуть потешились и хватит, наверное. Тут тихо, спокойно, а это все. Все. Мох это. Все. Все. Давай, машину включи. Шибанула. А, машинкой. Да, да, машинкой, а потом я бритву. А, ну давай, да. Ну, так легче будет, а что я сейчас буду ковыряться-то? Давай, ладно, давай. Ну, нет, морковки надо ехать. Лёшик ходил в магазин. Нет морковки. За морковкой. Нету морковки. Нету ничего. Хотела винегрет сделать. Ну, сейчас езди куплю. Поедешь? Поеду. Ну, поедь. Заодно в поликлинику заеду. А, ну да. Давай, Лёшик. Поеду, блин. Сейчас только бороду сбрею. Только бороду сбрею и поеду. Давай, машинку пойдем. Пойдем. Я там это видел. Стая ежей шланг увидела на огороде. Стая. Ну сколько там? 2-3. Стая ежей. Увидели, атаковали, думали, змея. Компания ежей. Компания, да. Скорее всего, здесь они, здесь погрызли. Вот так поближе сделаем. Досталось шлангу, да? Да. Так. Еще подлиннее бороду, я бы в этой попоне похож на мудреца на японского. На японского мудреца? Ну да, которые сидят там вот так. Ты сибирский шлюшек. Сидят. И всякие мудрые вещи. Выдают, да? Выдают. Так, да, как ты про ежиков, да? Да. Так. О, ползет какая. Вот такая вот машинка, я не показывала. Заказывала лиску стричь. Но она у нас уже сколько работает? Да. Первый год мы заказали. Где-то вот уже 4 года, да? Да. На Алиэкспресс. Вот такая фирма. Вот. Нормальная машинка. 3 запасных. Не, нож стоял и еще 2 запасных ножа. Так, что я хотела? Что-то хотела. А, очки хотела взять. Лиля, уйди с-под ног. Иди. Сейчас очки найду. Куда их поносила? Что вы сполошились? Что такое? Отдыхайте. Не жалко, Лёшик? Нет. Давай. Нет. Нет. Ой, у тебя тут вот еще вчера не увидела. Не жалеем, да? Нет. Одну сторону заливаем, остальное вторую вставляем. Мы погнали. Лиля, уйди! Брысь отсюда! Я тебе хочу показать вот так, с такой воротой. Ну-ка. Ну, я еще вижу, что... Без заболевания. А ну, дай я на тебя посмотрю. Тише. Да? Ты прям, прям скреби по телу. Да? Конечно, а что ты... Что вы говорите? Так, так, так. Давай, заболевай. Чуть-чуть. Ну, ладно. Ну, что, заболевай. Рот такой. Ha ha ha.
Уши оставляем? Ну я с уши сами разберусь, давай. Да? Не закручиваются они у тебя вот так. Слишком жесткие, наверное. Ну а что, уши? Вот они. Я тебя до сюда возбрил. Сам сбрил, давай. Саша, давай. Все. Все? Все. 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 Ты что там делаешь? Давай, давай. Ой, Лёшек. Ладно, все, давай, пошел бы. Все, иди давай. Сейчас Лёшек помолодеет сразу на 25 лет. Да черт еще. Да? Да. Да, они какие-то слишком большие, это не нужно, да? Ладно, пошли сбривать. Черт его. Всем привет, дорогие друзья! Доброго вам дня! Я и не поздоровалась, простите. Хочу показать. Я вот навожу порядок. Лёшек пошел добривать усы. Вот. А я навожу порядок. Вот здесь тумбочку протерла. Зеркало еще не мыло. Надо идти за этим. А, здесь у меня. Сейчас и зеркало помою. Но вот примерила салфетку. Хочу, мне надо услышать ваше мнение. Нужна она там или не нужна? Что, Лиля? Иди кушай. Полбулки слопала и все. А корм не надо, да? Ну, как хочешь. Вот, смотрите, ну она еще не разровнялась, она была сложенная, она разровняется. Вот так вот. Как вам? Так вот? Или вот так вот? Ну, не знаю. Ну, покажи. Ну, Лешек. Лысый вообще. Лысый. Лысый, непривычно, да? Зато молодой. Да? Зато молодой, да. Ну все, держи комплименты теперь. Будешь сам отвечать на комментарии, понял? Потому что тебе будут писать комплименты. А ты будешь отвечать всем. Ты куда мне хочешь ехать? И правда, так изменился вообще. Да? До неузнаваемости, Лешек. Как все-таки борода меняет. Ну конечно. Да. Что там, Лёшек? Ну, красный. Побрил, сбрил? Нет. Нет? Это какая-то красная. Ну, ты содрал просто. Да. Да? Да, содрал. Не вот. Трогай. Ладно. Ручками. Не лезь. Да ты куда мне хочешь ехать? Да иди ей, боже да. мой. Ты Давай. Весь порезался вон. Где? И еще вот. Вот тут вот. Ну, блин, давно не брился. Все, руки-крюки. Не хочу никуда ехать. Лешек, а ну иди ты глянь. А ну глянь. Как лучше? Вот так вот лучше? Что? Ну вот смотри. Вот так вот или... Или вот так вот. Ну это по-деревенски уже будет, чисто. А мне нравится, оно под цвет подходит, ну, под оставь. Этот. А что ты меня спрашиваешь? Ну мы же в деревне. Ну значит оставь.
Может, по-деревенски, да. Может, я старомодная такая. Ну, вот я точно не но... по-деревенски, а старомодно. Всякие кружевца там. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, сейчас, что нам девочки напишут. Да. Посмотрим. Как, оно ж со стороны виднее. О. Ну, она так немножко, это, разбавляет темный фон. Ну, оставь, оставь. Все, вот это у меня коробка стоит. Тут надо ее перебрать. Это все расфасовывать. Да, расфасовывать. Там, в общем, то, чем я не... Как говорят, если ты вещью не пользуешься 2 года, можешь смело ее выбрасывать. Вот. Ну вот здесь все в этой коробке, чем я не пользовалась 2 года. 2-3, наверное. Не, ну... Я им больше, конечно, не пользовалась. Так что можно смело брать и выбрасывать эту коробку. Да, лучше не смотреть туда. Да. А сюда сложила вот все свои прибамбасы, которые мне нужны. Вот. Так что так. Там еще пусто у меня. В этих... Тут еще пока ничего нет. Мне нравится зеркало. Такое большое. Такое вот прям классное. Лиза у нас пьет воду с Лилькиной миски. Ага. А Лиля пьет вот там с Лискиной миски. Надо водички долить. Кончилась водичка. Да? Закончилась водичка. Да, будешь спать. На папиной кофте, да? Да? Будешь спать? Ну, спи, спи. Давай. Ребята, пропала моя любимая передача, которая про дома была. Покупаем и продаем дома. Вот эти вот, знаете, на TLC и HDTV. Пропали эти каналы, нету. Все, смотреть нечего утром. Они политические, оказывается, да? Ну... Нать вам хоть какое-нибудь неудобство, да? Ну ладно, вот смотрю про этих, про животных с утра. Это тоже позитив такой хороший. Да, Лёшек? Обойдемся как-нибудь мы без каналов, да? Прям там уж. Что-то я вообще не скрипал. Эх! А твой, блин, сколько я месяц не брился, да? Против окна тебя плохо видно. О. А что там ты? Другое окно. Одни окна кругом. Ладно, все. Ладно. Да. Да, что там у нас? По зомбоящику. Так, а что я? Мне надо котлеты тебе пожарить. Давай. У меня одна есть еще. Завтра пожарю. А завтра поедем. Не, сегодня надо. Блин, пожарить. Блин, а мне надо ехать в поликлинику. А. Ну, смотри. Поедем, хоть что-то надо делать, что сидеть-то. Когда поедем? Завтра, сегодня? Я сейчас по телефону напишусь. А, ну да. С утра подъедем. Ну, давай. И поедем туда снова. Хорошо. Не хочу сидеть. Поедем в Киров. Лешику опять надо к доктору. К Айболиту. К Айболиту надо, да. Ну ладно, поедем. С давлением и с сахаром у него все в порядке. Как я прочитал. Добрый доктор Айболит, значит, излечит, излечит, там, лапки пришьет, так, да, там, что, распорит, перепорит. Говорит, а что ж тогда злой доктор Айболит делает? А что, есть злой доктор Айболит? Ну, так вот, представь, если есть добрый злой доктор, значит, злой доктор. Что же он тогда с людьми делает? Да, бывают и такие. Ладно, ну что, пошла я заниматься котлетами тогда. Ну да, ну, да, занимайся, завтра время. Хочу попробовать сделать котлеты по-новому. Вот как я делала с этим, с вафелькой, помнишь? Ну. В яйце. А теперь хочу сделать вот так. Вафелек нет, вафельки куда-то пропали, не продаются. Ну, дочка говорит, все на складах лежит и ничего. Да не, уже давно пропали. Я их уже давно спрашивала, еще перед Новым годом. Вот, пропали.
Хочу попробовать с лавашом также сделать. Котлеты с лавашом? Не-не-не. Не чисто котлеты, без всяких экспериментов. Ладно, я промолчу, но мы потом посмотрим. Я тебе сделаю чисто котлеты. Ну, дамочка. А себе сделаю с лавашом. Ну, давай, попробуй. Да. И вот всегда так, ребята, вот всегда. Что бы я ни сказала, вот новое что-то сделать, всегда такая реакция. Не-н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 е. А потом уплетает за обе щеки. Там еще у нас печеночка есть. Или заморозить ее? Заморозить. Заморозить. Ладно, заморожу. Как я заморожу? Потому что она лежит просто так. Я ее не прятала в холодильник. Зря. Ой, Лешка. Ладно. Ладно, пошла. Пошла заниматься котлетами. Потому что фарш тоже у меня лежит просто в холодильнике. Руки хоть и не поднимаются, нет у меня настроя, но надо делать, потому что фарш пропадет. Давай. И тем более котлет нет. Да, одна котлета у Лешка осталась. Вот, ладно. Давай, беги. Бегу. Бегу, бегом, бегу. Надо лезть за луком. А где он? Не помнишь, какой-то? Помню, я помню. Картошку, наверное, надо открыть уже, потому что ей там жарко будет. Надо ботинки. Да, потому что мы ее прикрывали от морозов. Ну вот, и ночью было минус 15, в общем-то. Но я думаю, уже не будет таких прям злющих морозов. Да? Ага. Давай, Лешек. Вот говорю, там на юге у них хоть эти погреба есть, подвалы. Ох, какие еще. Да. А у нас тут и спрятаться негде. А, фу ты, лук ты, лук. Нет, можно, я залезу, а ты не пролезу. Чего это я не пролезу? Я тебя пропихнул. Я надо углубляться, Лешек. А. Давай. Ложись сюда. На эту. Куда ты ее? Сейчас насыпется. Какая разница? Сюда насыпется, оно и упадет туда. А на ковер насыпется. Открывай. Да, картошку открывай. Вот такая я вредная. Это слово. Правда, Леша? Как ты меня терпишь? Ой. Лешек, а ты счастливый, Лешек? В смысле? Ну, вообще. Счастливых вот. Людей не бывает. Ты несчастный? Очень. Солнышко. Я здесь вопросы задаю, что будет. Солнышко выглянуло. Ой, я думал, что за жопа торчат. А это эти. Фламинго. А что тебе для счастья надо? Птицы каждый год улетают на юг. Блин, вот кто у них спонсор? Хотели бы и мы улететь, да? Каждый год на юг. Ладно, это у меня подписчица. Подписчица мне просто написала. Лешек, наверное, счастливый, потому что ты у него есть. Естественно. А я говорю, спрошу у Лешика на камеру, что Лешек скажет. Ну, Лешек. Ну, я стеснительный. Ты стеснительный. Вот так вот. Лешек стеснительный. Про счастье нельзя говорить. Про счастье надо думать. Да? Да. Чтобы не спугнуть. Куда тебе лук? Да ладно, я сама заберу. Кто тут топ-топ-топ-топ-топ? А? Лиля все смотрит вкусняшку. Нету, все, булку получила. Все, Лиля, хватит. Много нельзя. Собакам вообще хлеба много нельзя. Обдует. Будет пучить. Да. Ладно. Ну вот, как-то так. Такие рассуждения о счастье. Ну ты хоть мне скажи, ты счастлива от того, что я у тебя есть? Да, да.
А? Да. Да. А то пишут, что я тут с тобой из-за квартиры, из-за денег. Какая квартира? Квартира только и снится. Квартира мне только снится, да. В страшном сне. Вот что ты, это ладно, там 70-е, 80-е, там из-за квартиры, там все. Так а денег, что у тебя, за, до хрена денег? Нет. Ну, вот говорят, что я с тобой из-за квартиры, из-за прописки, из-за денег. Да, из-за денег. Прописка, деньги, конечно. Поэтому я с тобой только. Ты за это годы как? Что как? Какое у тебя сложилось впечатление? Вот почему я с тобой? Потому что. Деваться некуда. Уже годы не те. В смысле деваться некуда? В смысле, что мы больше никому не нужны? Да. Правда? Конечно. Да, нужны только вот друг другу и все. Какие-то рассуждения у них меланхольные. Меланхольные, да. Квартира, прописка. Ну, у людей совсем другие ценности, понимаешь ты? Может быть, да. Да. Они все измеряют в деньгах и в прописках. И в квартире. Недвижимости. Ну, недвижимость – это те же деньги, да. Ну, все измеряют в деньгах. Это очень плохо. Да. Они не видят. Недальновидные, да. А что, что вокруг происходит? Недальновидные. Да. А вокруг ничего не происходит. А кроме денег, квартиры и прописки. Так что, верный того, как идете, товарищ. Ладно. Ладно, пошла я делать котлеты. Ой, пошла ты делать.